Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Здарова, дорогие подписчики, по-прежнему с вами Диман и Петрович, мы находимся в GTA 5, а это рубрика «Прыжки через весь город». Здрасте, здрасте. Флекси, братка, мы пока что покажем, где будем разгонять максимальные скорости. Ребята, вся эта трасса, она вся нами будет сегодня использована. Будем спавнить рандомные тачки, пытаться вылететь примерно в этом месте и пролететь всю карту. А, на самом деле, да, Петрович очень сильно везучий, я не знаю, его походу окропили в детстве святой водой, прям конкретно, а быть может даже пытались утопить в чане, но в любом случае... В чайнике. Да, в любом случае, теперь ему очень сильно завозит, посмотрим, что у него будет сегодня на спауне. Первый раунд будем использовать только первые машины, которые нам достанутся, но уже потом, кто выиграет, будет спаунить 3, проигравшие 2. Вы, ребята, тем временем ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал. Ну а мы прямо сейчас, ребята, начинаем. Лодка нам не нужна, брат. Тоже не считается. Ну, неплохо. Ламба, ребята. Ставим чиповочку и будем стартовать. Ну, давай, стартуем. 3, 2, 1, полетели. Неплохо. 1100 есть. 1300. 2. 1418, да. Окей, 2, говорит у нас Петрович. Давайте-ка, ребята, глянем. Ну, кстати, 2 это солидно, но летишь как-то слабенько, да. Ребят, напомню, что пока что Петрович ставит экстрабал, который, я думаю, 1000 раз мы перебьем. Экстрабал дается по окончанию шоу той тачки, которая была дальше всех. Ну, а ты по итогу приземляешься вот сюда. Окей, результат твой понятен. Давайте-ка глянем, где я упал. А я, кстати, недалеко. Очень даже. Вот, посмотрел, может, доехал бы. Подожди, а ты где? Ты, получается, на соседней, да? Да, я выше. Да, окей. На самом деле, ребята, да, буквально я-то разогнал 1400, ты разогнал 2000. Я сейчас максимально был ошарашен тем, как у меня Драгстер так-то пролетел. Окей, идем дальше. Мог бы доехать. Ну что ж, давай-ка спавни следующие машины. Porsche, Lexus. У меня 2, у тебя 3. Lexus 203, Porsche 163. Ford. Я возьму, наверное, Lexus. Давайте-ка пробьем ему сразу максималочку. Ну и давайте-ка посмотрим, насколько он будет хорош. 464, 15-ка? Да. Там сзади не модные написано? А нет. Нет, вообще ничего не написано. Ну прикольно какая-то. Ну давай, если что, если готов, то стартуем. Сейчас. А, у тебя еще третья была. Ну, третья. Я думаю, тут надо пятнах убрать, брат. Не ошибешься. Ладно, я пока полетел. 900, 1000, 1100. 1150. 1120. Сколько у тебя? А, у меня тут немного, кстати. 1300. А, кстати, 1300. А, подожди, пятнаха-то на самом деле-то она, да, она быстрая, но она не летающая, это же чит. Он не чит, а это дрифт, дрифт-корч. Это, кстати, в натуре сейчас будет, возможно... Ты дальше будешь. Лайк, да, лайк, отлично, это мой балл, ребята. Отлично. Ну, неплохо, по одному у нас с тобою, отправляемся дальше, повезло мне. Я даже сам забыл, что она на самом деле дрифт-корч, только сейчас вспомнил. Куда я вспомню 3, ты, получается, 2, ну-ка. Только, блин, это не она. И Мерседес, Мерседес стопудово я буду брать, потому что Мерседес это уже стопудово хороший результат. Да, да, ты прав. Я максималку сейчас пробью на нем сразу же, ребята. И я думаю, что максимальные скорости сейчас поставим неплохие. Ауч. У тебя так-то тоже солидно. Ну, поехали. 3, 2, 1. Нихай ты полетел. У тебя кузов не лопнет-то? 1900. Ну, 1650. Слушай, я тебя перелетаю. Да. Прям в воздухе. Причем моментально, хорошо. А ты прям что-то как-то вообще херово полетел. А это все связано с тем, что, ребята, у меня тачка-то по накату хороша, и таким образом она летает хорошо. Ну а у тебя тачка тяжелая, видимо. Воду ой, в озеро хорошо. Приземляюсь. Отлично, ребята. Еще дополнительный балл, кстати, забыли об этом сообщить, то, что если мы падаем в воду, то, соответственно, балл дополнительно зарабатываем. А мы давайте-ка глянем, где у нас Петрович. Петрович у нас в итоге... Ты проехал, что ли? Ну, он это, от стройки проехал. А, понял. Вот так, прикинь. Окей. Ну, это тоже неплохо. Мы отправляемся, ребята, дальше. 2 балла у меня полетели. Ну, опять-таки, 3 тачки я спавню. Смотрим. Бугатти, Lexus и Икса. Lexus говно, Бугатти тоже ни о чем. Икса я возьму. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне нужна прижимка. Та самая, что ли?
318. Это хорошо. Ну давай, поехали. Ну, 2200, брат. 2500. 2500? А, интересный. Интересный будет, да. Интересный результат, потому что я до озера долетаю. И, возможно, далеко. Даже до горы долетаю. А ты? Не, я так далеко не долечу. Серьезно? А что так слабо? Не, не знаю. Казалось бы, бэха должна быть хорошая, а по итогу ты что-то как-то подкачала. А, я в каньоне плюс-минус упал. Ой, я что-то какую-то кнопку нажал, у меня замедление. У меня слоумо сработало. Что? А это каким вообще возможно? Образом? Не знаю. Так, а у тебя получается, ты катишься, катишься и до... Всё, да, до, получается, почти что Сэнди долежаешь, но нет. Но нет, да. Совсем до нет. Так, а у меня реально какой-то слоумо сработало. Как его убрать-то, я не понимаю. Ладно, пронесли следующий раунд, полетели. Так, и вновь у меня был балл, и ребята, прямо сейчас мы спауним следующую тачку. Кстати говоря, ведь у нас же экстра балл еще в придачу. Примерно где-то в этом месте надо будет искать. Ай-яй-яй-яй-яй, Рубикон, это, конечно, сильно. Пазик! Максимум. Максимум, это хорошо, брат, это хорошо. Бери максимум. Он качается вообще? Он не качается, ребята, переспауниваем его. Это качается вообще? Еще одна дрямая. Да, это тоже не качается, переспавниваем его. Вертолеты не тут в учет, это стандартная. Ой-ой-ой-ой-ой, была бы чит, была бы круто. Так, это мы не берем в учет, и это мы стопудово тоже удаляем. Окей, S600, давай смотреть за... А что смотреть, поехали. Что смотреть? Да, перепутал рубрики. 1200. Мне надо максималку пробить, я его уперся в 1400. У тебя сколько было? 1500, 600, 700, 800, 900, 2100. Прям в басик. Реально? Бал? Да. Если прям воду? Воду? Да. Отлично. Бал зарабатывает Петрович. Ты пока оттуда не улетай, посмотрим, куда ты приземлился. Я, ребята, зарабатываю бал, потому как... Сейчас посмотрим. Потому как я дальше, ребята, и, кстати говоря, новый экстра бал я стопудово тоже ставлю, ребят. Это как бы, да, это неплохо, это неплохо. Но этот экстрабал можно перебить. Одна какая-нибудь читачка, и все, ребята, экстрабала по сути нету. А, смотрим за Петровичем. Петро... А перевалиться никак? Ну да, а теперь точно засчитано. Ладно, отправляемся, ребята, на следующий раунд. Вроде как ничья по этому раунду. И в этот раз я спауню три тачки. Петрович две. Кати 286. А, кстати, нет, давай мы по 3 с тобой заспауним, потому что у нас же ничья по баллам. Ну, так а дальше-то ты был. Ну, по баллам-то ничья, поэтому ну, давай по 3, соленье было бы по 3. Первая была у меня, вторая есть, и третья у меня вот такой вот... Чё? Агера. У меня был какой-то Volkswagen лютый, но у меня сейчас банан какой-то лютый. У меня 301. Да, я знаю, он... Кстати, он, по-моему, скорость мало у него, но он летает, по-моему. Он еще капот, ну, задирает морду. Да-да-да-да-да-да-да. Я не пробил максималку. Охренеть, в смысле 3000? А, 2000, брат. 2000 я полетел. Да, я знаю, но он летает хорошо. Ну, да, я уже перелетаю Грув, я перелетаю Рублевку. Я, возможно, буду в озере, то есть, по сути. Или в речке. Тяжелая гера. Если ты будешь дальше, я думаю, что я до речки сейчас долечу. Главное правильно это сделать. И мы тоже балл заработаем, ребят. Я, возможно, сейчас доеду. Что с ней? Что? А, подожди, это же, наверное, прижимка. Я прижимную силу не отрубил. Да, она у меня, короче, левитировать стала. Я в речку упал. У меня балл, брат. Хотя бы так, я хотя бы так. Качусь. Ты катишься. И, кстати, ты ставишь новый экстра балл? Я игру случайно свернул. Не то нажал. А, лесопилка, ну, примерно вот сюда, наверное, да? Воды ты дальше доходишься. Нет, воды нету, брат. Но ты и так балл заработал, у нас опять ничья. Зачем я пыхчу? Кстати, так даже интереснее, на самом деле, да, когда зарабатываешь по баллу, есть шанс того, что... Давайте так вот переденем чуть-чуть, да, экстра балл. Есть шанс того, что и ты сможешь, в принципе, хорошим таким прыжком заработать баллы и три тачки. Поехали на следующий раунд. Ну что же, спавним машин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Так, первая есть, вторая есть, вторую сразу мы кэшируем. И третья тоже неплохая, но будем брать, ребята, 5. Вот этот вот монстр. Монстр в виде чит-комара.
Ну, у тебя еще две, да? Угу. Ну, давайте-ка достанем, посмотрим, что там у тебя сегодня будет. Так, ламба есть. Кстати, ламба вроде хорошая. Да-да-да-да-да, 300 под капотом. У тебя еще одна. И рам. И рам. Ну, я думаю, ламбу надо брать. 64. У рама тоже все хорошо. Угу. Че будешь брать? Вот этот, ламбу. Окей. Окей, ребята, чинимся, полетели. А, 1600, 1700, 1800, я вылетаю. Где-то был рядом и улетел, походу, да? 2600. А, нет, ты вон сзади, сзади, это сзади, перелетает. Сзади, и ребята просто перелетают, вон он, да. Ладно, нам бы хотя бы воду. Может, водичку. Нам бы хотя бы воду, давай, 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 давай. Но не будет тут, есть, не будет шанса даже в бассейн упасть, да ебать. Подождите-ка, а можно... Только если доеду. Да я даже не скачу с него, охеренный зацеп, он просто сразу стал как копканный. Так, а у ой, тебя пока что... что... Ну, стопудовый бал и прямо ударился в дерево, да, до речки не долетит, и поэтому, ребята, просто один бал. Ну, окей. Да не, куда там, до воды как до китайской, я не знаю, страны. Ладно, поехали дальше, ребят, на следующий раунд. Ну что ж, смотрим. Может, выпадет так, М8, это хорошо, чит. Феррара, 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 М2. А вот я не знаю, у меня М8 это какая? Это типа прям BMW М8, да, это нормальная. Я поэтому ее и беру, а Берлинетта я брать не буду. Так сейчас надо максималку пробить сразу же. И я думаю, что, ребята, будет сейчас новый экстрабал. Готов? Так, и Петрович по итогу выбирает М2. Это, кстати говоря, вроде бы хорошая М2. Ну давай полетели, проверим. Да. Куда ты? Нам не туда, брат, нам прямо. 1300, у меня М8. Чё-то прямо не знаю, как-то слабовато, да. Да. Ужас. Ты опять куда-то улетаешь? Прижимку поставь. Да, сейчас. Ну тут нигде не будет воды, ребята, я даже не знаю. Ну а смысл, а смысл? Я думаю, Петрович будет дальше, у него тачка-то... 3200. Пошустрее, каких 3200? Да ну нахер. Новый экстрабал. Да, один хрен. Экстрабал-то твой. И, возможно, в воду упадет. Нет, главное не в воду. Главное не в воду. Главное, воду. Ребята, не в воду. Надо в воду. В каньон куда-нибудь. В каньон. В каньон, нет. Ребята. Дальше нет. Воды не только надо. Не клесопилки. Клесопилки, клесопилки. Перекатись. Перелети. Перелетает, перелетает, перелетает в эту сторону. Да! Не сможешь! Не сможешь! Смогу. Ну, ребята, бал точно твой. А, экстрабал пока что все-таки не побит, но... Ты реально на ту сторону хочешь? Тут не вариант вообще никак. Рожай. Ну нет. Ну тут все, да, ребята. Да, экстрабал на самом деле был подальше, вроде как у Петровича. Где-то вот здесь он был у нас. А Петрович вот сюда долетел. Так, мы давайте-ка уберем. Окей, спавню следующей тачки на следующем раунде. Полетели. И у тебя их 3, у меня 2. Общее количество баллов. Видите, на экране это чит и новый экстрабал стопудово. Да, это он. 252. М5 и Акура, которая херовая, да. 258. Я не знаю, что мне делать с тобою. Давайте попробуем вот так вот с помощью прижимной выпрыгнуть. Тебе что, еще мало? А, ты поехал, то? Да, но я ждал, когда ты уедешь. Не прыгай. Ну 2200 у меня, папа, брат, я полетел. Что-то детские скорости какие-то, честно говоря. А у тебя сколько? Я в садик быстрее ездил. На коляске? Ага. Яндекс доставкой тебя направляли. В воду, пожалуйста. В воду. Я, ну... Бал заработал, брат. Я в воде. Я в воде, это, конечно же, хорошо. Так, я смотрим за... Тоже. Петрович... Емать, это вообще люто. Это, ребята, бал за дальность. Это бал за воду, потому что он бы приземлился в воду в любом случае. И это бал, как экстра бал, который перебить будет максимально сложно. Под конец шоу Петровичу прям завозит, и мне это не нравится. Вначале я говорил, что он слишком везучий. Не знаю, там, походу, мне в церковь, что ли, сходить. Пускай меня окропят тоже водой. Поехали, это ребята, на следующий раунд. И что, это работает так, да? Карма, да. Почистить. Пойду я котиков собирать, тоже буду кормить. Бавни машины, ребята, смотрим. Ой, дом на колесах вообще люто. Твизи. И... 8... Не знаю. Не знаю, не знаю. Но да, вроде под капотом хорошо, но, по-моему, не летало. Вольво. Фукады. С30, Мерседес. Че будешь брать?
Все говно. Да гонишь, пиши. А мы, ребята, 1500, в принципе, реализовали. Че там у тебя? Я думал, ты больше увидишь. Да не, это же М8, который не особо-то летает. 2000. Охренеть. Охренеть. Ну что я могу сказать? Ну тут даже и не пахнет водой. Да. А кстати, ты не долетаешь. Да, не долетаю. Докуда не долетаю? Серьезно? Тяжелый, да. Да ладно. А ну-ка. Да нет, ты ничего не сделаешь. А, ну, а, я понял, ты хотел задний, получается, этим. Да. Далее перепрыгнуть. Я вперед выплюнул, и я проехался чуть. Я думал, я не выиграю с 1500 и твои 2000. Как бы неплохо тогда уж, да? Бал мой, поехали дальше. Предпоследний раунд, давайте-ка спаунить тачки. Ага, ага, и... Так, это не считается. Это сразу нахер. Это, получается, Авентадор 234. Здесь у нас у Сиана тоже все хорошо. Авентадор, нахер, и нам нужно еще одну. Лансер. Как ты это делаешь-то, я не пойму. Лансер хороший вроде бы. Ну и Сиан у меня тоже неплох, поэтому поборемся. И у тебя еще одна машина. А, кстати, это финальный раунд, куда я разогнался? 2000 сил? 191 сила, а не почему-то. Но нет, он на самом деле 2000 сильный. Охренеть. Ну, да. Ну ладно, допустим, поехали. Ребят, финальный раунд, потому что что-то по времени это глянуло, что-то не туда вообще смотрел. У нас так все очень даже хорошо. Да, у нас тут уже по записи нормально все. Хватает. А я тем временем разогнал 1400. 3700. Че ты ржешь-то, ёпта? А если мы на небоскребе, нам не дается 5 баллов? Я прям сейчас прилетел на небоскреб. Прям там засейвился. Охренеть, еще один экстра балл, который ставит нас Петрович. Не знаю, кто будет выше, ОМОН его или же, это скорее всего ОМОН. Ну и 2 балла зарабатывает он себе под конец. Плюс балл за экстра балл по окончанию нашего шоу. Ребята, в общем-то на этом все, спасибо огромное за просмотр, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, удачки и пока-пока, ребят. Пока.